О подготовке к отопительному сезону в Подмосковье говорили на заседании областного правительства, которое проходит в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований. По словам министра ЖКХ региона Евгения Хромушина, к зиме должны быть готовы 53 тысячи жилых домов и более 2500 километров тепловых сетей. Сформировано 46 тысяч тонн запасов топлива. Тревогу вызывают три муниципалитета, которые находятся в красной зоне. Обращаю внимание, что сегодня по подготовке в красной зоне прозвучали Руза, Солнечногорский район, еще раз ряд территорий. Я очень надеюсь, что за оставшийся период коллеги подготовятся и здесь будет полная и необходимая готовность. Серьезные опасения по готовности к отопительному сезону вызывают 17 военных городков, которые не переданы в муниципалитет, а находятся на обслуживании у Министерства обороны России. В них проживает около 200 тысяч человек. По словам Андрея Воробьева, муниципальные образования, на территории которых расположены непереданные военные городки, готовы помогать. В случае, если есть проблемы, особые обстоятельства, поднимайте эти вопросы своевременно. Вы можете их адресовывать как в мой адрес, так в адрес вице-губернатора Габдрахманова, так и профильного заместителя Пестова Дмитрия Владимировича. Если вы чувствуете угрозу исполнения обязательств, прошу вас заведомо, заранее доводить эту информацию и разбирать ее, а Министерству ЖКХ оказывать максимальное содействие и помощь. Понятно? Средний уровень готовности к отопительному сезону в Московской области составляет 91%. По словам Андрея Воробьева, до 15 сентября все объекты жилищно-коммунального хозяйства должны иметь паспорта готовности. Контроль за своевременную работу возложен на глав подмосковных муниципалитетов. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».